У каждого есть свой путь, там сверху его проложили, и нужно прожить то, что вот дали. Смертная казнь, за или против? Ну вот если так вообще радикально ставить вопрос. Взяли бы на работу человека с ВИЧ-положительным статусом? Мне кажется, это очень правильно. Половое воспитание в школах, за или против? Я вот просто сейчас буду ханжой говорить, что да. Довольно-таки однозначные ответы, и крайне, и если отвечать, то без сомнения. Я думаю, что это можно разрешить, но должны быть определенные правила. В любой вот легализации все равно за этим стоит хотя бы какой-то, ну, знак качества. Пропаганда бодипозитива к чему в итоге приведет? К всеобщему счастью или болезни нации? Это интересный очень вопрос. Счастье связано с деньгами? Нужно время, чтобы человек осознал то, что он сделал.